ты проиграл. Подожди. Игры в добро и зло, вечный как мир, где проходит души и злом. И нужно решать, кем быть и к чему стремиться. В мире забывшем стыд, где-то живет такой же, как ты, к цели спеша, он не может остановиться. Время пришло, теперь выбирай, белое, черное, а ты не рай. Прочь убежать или в битву ввязаться смело. Страшно, когда стоишь у черты, а за чертою такой же, как ты, только с огнем в глазах его выбор сделал. Только действительно сильный шахматист знает, насколько слабо он играет. Савелий Тартаковер, гроссмейстер. Как? Это как? Я так не играю. Я не заметила. Верочка, отвлечь внимание противника ложным маневром — один из основных принципов любой игры. Ну, хочешь, переходи. Нет, так нечестно будет. Думай тогда. Ну как ты, Паш? Да, нормально. Работа поутихла немного. Ничего серьезного не происходило. Машину новую купил. Ого. Турнир тут один шахматный выиграл. Ну и отец по выходным. Не понимаю, почему не слышал в твоем голосе упрек. Ты же сам предложил развестись. Ой, Паш, надо было тебе становиться шахматистом, а не тем, кем ты стал. Ну, а как личная жизнь? Как это твоя? Ты прекрасно знаешь, что ее зовут Юля. Перестань ее называть, это твоя. Said. See, so, says. Said. Так, сейчас посмотрим. Вот это какое слово? Это? Да. Мампл. Комплит. Комплит. А ты как написала? Мамплит. Переписывай. Ну и как они тебя нашли? Прибор спутникового слежения. Они всегда знают, где я. Видимо, что-то случилось. И так всегда. Здравствуйте. Добрый день. Павел Дмитриевич, вы простите, что мы вас так выдернули. Артем, я понимаю, что ты у нас недавно, но давай на ты. И Паша или Павел. А, ну, конечно, давайте. Павел. 213, центр. В общем, у нас такая немного чрезвычайная ситуация. Нужно срочно прибыть на место. Что-то серьезное. Как сказал мой племянник, жесть. Какая ситуация? Так, сейчас. Все случилось около часа назад. Возможно, вооруженный.
аэропорт едем? Да. Летим в Волгоград. Камеры убираем. Из чего стреляли? Два КСУ, один выбросил. Два рожка отстреляли. Решето. Второй уже в морге. Машина какая была? Красная, как помидор. Как что? Как помидор. БМВ, хэтчбэк. Местные уже дали ориентировку, но по нулям. Вам что-то запомнилось? Что-то особенное? Я еле из машины успел выбраться. Даже рассмотреть ничего не успел. Это ладно, что вы об этом думаете. Я просто патруль, что я могу думать. Неважно, я хочу услышать. Быстро работали. Слаженно, умело. Я в ВДВ служу. Я бы так не смог. Чувствуется профессиональная подготовка. Что ж, ни разу так и не выстрелили. Что здесь происходит? Вы кто? Моя фамилия Белов, следствие Федеральной службы безопасности. Это со мной. Простите, конечно, да, да. Нас предупреждали. Мы просто не думали, что вы так быстро прибудете. Может быть, поедем в оперативный штаб? Сейчас посмотрим и поедем. Да, дорогая. Я? Я в Волгограде. Есть такой город на Волге. Да, я помню, что обещал поужинать вместе. Наверное, поужинаем, но сейчас я в Волгограде. Все, целую, пока. Плохие карты. А? С тобой не проблефуешься. Делаем ставки. Играть так играть. Повышаем. Круто. Пас. Рискнем. Танечка. А? Вискарику принесешь? Нервничайте. Ва-банк. Поздравляю, счастливчик. Лёх, нам уже ехать пора.
Спасибо большое за игру, господа. Товарищ генерал, решите доложить. Говори, говори. Эксперты нашли на рожке автомата и наушников пальца. А результаты? Есть. Зеленцов Владимир. Зеленцов Владимир Алексеевич. 75-го года рождения. Служил в погранвойсках. Добровольского, 22, квартира 31. Пошли. Снайперы, доложите готовность. На позиции. На позиции. Все готовы. Начали. Даже вперед. В спину, судя по показаниям. Так точно. Павел, знаете, что это? Банковские упаковки от пачек денег. Банк чей? Наш. Фотография посвежее есть? Нет, только своей нет. Артем, займись. Милов. Это генерал-майор Филин говорит. Есть новая информация. Наш подозреваемый купил билет на поезд. Назначение? Время? Новороссийск, Сочи, Санкт-Петербург, Череповец, Минск, Москва, Тамбов и так далее. В общей сложности 20 билетов. Вот черт, а! Путает он нас. Перекройте весь вокзал. Всем раздайте его фото. Какие есть? Проверяйте все 20 поездов. У каждого человека весь багаж. Но они отходят примерно в одно и то же время. Найдите ресурс. Я еду. Поехали в штаб. Штаб! Подожди. Да. Отлично. Сфоткайте и скиньте ММС. И всем своим разошлите. Мне опера звонили. Нашли фото Зеленцова посвежее. Уже лучше. Скинь мне. Я в поезде. Да, ментов тут как грязи. В каждом вагоне, в каждом поезде. Ага. Ну ты там как? Правишься? Ну давай, удачи. Капитан Ерофеев, добрый день. Здрасте. Вот. Билет нам не нужен, что везете?
А что такое? Покажите. Павел, я одного понять не могу. Зачем брать все эти 20 билетов, если он все равно едет под своей фамилией? Это хорошо, мы все быстро провернули. Так обошлись бы менты или местные. Нашли бы что-нибудь дня через три, если вообще бы что-нибудь нашли. Ну и? И после того, как он уехал, попробуй узнать, в какой из 20 городов он уехал. 20 городов, включая миллионники. Это тебе не вокзал, а перекрыт. Умный. Вам это нравится? С умным противником играть интереснее. Я своей дочке это всегда объясняю, когда в шахматы ее учу играть. Ясно. Лерочка, отвлечь внимание противника ложным маневром – один из основных приемов в любой игре. Ну, хочешь, переходи. Стоп, остановись! Что случилось? Надо переходить, надо переиграть. Я не понимаю. Он не едет на поезде, он летит на самолете. Как? Стоп. На имя, за которое мы зацепились, не было билета. Это во-первых. Во-вторых, 25 миллионов рублей они взяли. Это не маленький объем. В багаж не сдашь, там грузчики воруют, его проверяют. Все остальное просвечивают. Я не знаю, как думаем, но сейчас мы едем в аэропорт. Поехали. Свяжись со штабом. Пусть продолжают шерстить вокзалы. А нам в аэропорт пришли группы оперов в штатском. Сделаем вид, что заглотили наживку. Выложите вещи. А что вы ищете? Счастливого пути. Майор Чистяков, 3-й отдел уголовного розыска. Командуйте. Фотографию все видели? Да. Да. Значит так, вероятность того, что на фотографии тот, которого мы ищем, минимальная. Как? Вот так. Похоже, все эти улики, отпечатки пальцев в квартире, все это отвлекающий маневр. Угу. Проверяем всех мужчин ростом около 180 сантиметров, летящих с багажом. А. Только тихо? Да, без шума. Аккуратненько, отвели в сторонку, представились, посмотрели и все. Ага. Мы тоже работаем. Ясно. Ожидание перерегистрации. Четко, как ты и продумал, ага. Все менты здесь, на вокзале. Как бы не так. Что? Они здесь все, в аэропорту. Кра в штатском. Четко что-то сработали, суки. Вали оттуда, Леха. Вали! Куда? Прорвемся. Отбой. Продолжается регистрация пассажиров на рейс 1215, Волгоград-Москва. Зона контроля и досмотра, секция... Все металлические предметы на стол, пожалуйста. Спасибо. Служба безопасности аэропорта. Ваша сумка.
покажите, пожалуйста. Спасибо. Простите. У нас уйдет регистрация сейчас. Да-да, заканчивается. Пожалуйста. Дай Бог вам, красавица. Счастливого полета. Оставьте ваши вещи, пожалуйста. Снимите главную обувь, пожалуйста. Черт, сколько человек не село на московский рейс? Один. Здравствуйте, служба безопасности аэропорта. Откройте, пожалуйста, ваш чемоданчик. Что-то случилось? Штатная проверка. Руки покажите. Что? Пожалуйста, покажите ваши руки. У вас слишком тонкие пальцы для пухлого человека. Фокус. Фокус. Давай за ним! Стоять! Это он, не дай ему уйти! Задержан основной подозреваемый в дерзком ограблении одного из волгоградских банков. Также на счету этого человека убийство троих сотрудников правоохранительных органов. Одного из них он застрелил прямо в аэропорту при попытке скрыться. Личность подозреваемого устанавливается. Спецрейсом он доставлен в Москву. Погоди, не расстраивайся, что-то придумаем. Что ты придумаешь? Как это произошло? Что-то пошло не так. Вернее, все шло так, как Леха и продумал. Но менты как-то слишком быстро сработали. Все наши уловки раскусили. Или не менты это даже были, я не знаю кто. Все про каналы и квартира. И отпечатки чела этого, которого мы подставили. Полшага нам не хватило. Да какие нахрен полшага? Что теперь делать? Это тебе больше было не провести. На кой мне твои деньги? Лешу мне верни. Если скажешь, где твой подельник? Не был один. Ты был один, а машину вел Дух Святой. А телефон, на который ты звонил, который после этого больше не работал, чей? Бабушки твоей? Ошибся номером. Ты и твой подельник убили троих сотрудников при исполнении. Двоих на ограбление можно пока повесить на него.
третий в аэропорту точно твой. А у него жена была и маленький ребенок. Кто восстановил на этот банк? Откуда узнали о крупной сумме и слабой охране? Повезло. Ты везунчик, значит? Еще какой. Ну, это вряд ли. Ну, везунчик не сидел бы сейчас здесь, в браслетах. Вряд ли навсегда. Это именно навсегда, я тебе говорю. А ты типа умный, да? Поймал и рад? Доволен собой? Да я один чуть всю вашу систему не поимел. Шах и мат. Шахматист, что ли, великий? Поймал, доволен? Жизнь не игра, дружок. А люди не пешки. Будешь что-нибудь говорить? Буду. Записывай. Это из-за тебя я здесь, дружок. Я тебя поймаю и прикончу. Я способ найду. Ты не сомневайся. Слово даю. Ну чё ж ты не пишешь-то? Увозите его. Пусто. Только одно частичное совпадение, но они почти всегда мимо. Ну-ка. Варенков Юрий Павлович, 55-го года рождения, дважды судим. Не наш. Это того, который банк почистил? Да. Есть идея, что он в армии служил. Почему отпечатков нет тогда? Куча причин на то. Ну, да может, он вообще не служил. Или не в России. Как проверишь? По Интерполу? А там только те, кто в розыске. Это я уже сделал. Глухо. С другой стороны, он у вас. Какая вам разница, под каким именем его сажать? Тоже верно. Вон там тормози. Андрей, готовься! Случилось, что с ним? Да черт его знает! Стал ртом воздух ловить, задыхаться, упал, наверное. А кровь откуда? Да не трогали мы его, нахрен он нам нужен? Наша работа конвой. Он губу прокусил, видно. Да у него приступ. Андрей, срочно реланию. Руки освободите. Не имеем права, особо опасно. Да у него приступ. Он сознание потерял. Если что случится, вы же сами будете отвечать. Ладно, открывай его. Ладно, освобождай. Отстегивай. Так, давай руки. Руку давай. Освобождай вену. Быстрее. Быстро, поехали. Всем внимание. Заключенный совершил побег во время транспортировки. Завладел автоматом. Убил конвой. Передвигается на автомобиле скорой помощи. Номер 667. Мария Антон Татьяна. Особо опасен. Разрешен огонь на поражение. Слева у парапета тормозни, тут паркуйся. Что вы со мной сделаете? Съем. Зажигание туши, выходи из машины. Выходи. Сюда иди! Открывай дверь. Да. Залезай в машину. Вы меня не убьете? Убиваю тех, кто стоит на моем пути.
Здравствуйте, Наталья Игоревна. Я работаю с вашим бывшим мужем. Да, здрасте, мы виделись. Что? С Пашей что-то случилось? Да нет, что вы. С ним все в порядке. Я пройду. Здравствуйте, Валерия Павловна. Произошла неприятная ситуация. Сбежал очень опасный преступник. Наши люди будут охранять вас с дочкой некоторое время. На всякий случай. Нас? А мы тут при чем? Понимаете, Павел Дмитриевич ведет его дело. И мы опасаемся, что он может добраться до семьи, чтобы... Не волнуйтесь, наши люди профессионалы. Ну что ж за такое? Что ж за такое в самом деле? Я развелась с ним давным-давно. Я думала, что это уже все закончилось. Ну что, мне в космос улететь? Почему он сам не позвонил? Опасался именно такой вашей реакции. Лер, пойдем уроки делать. Пойдем. Да вы не волнуйтесь, Наталья Игоревна. Мы его быстро поймаем. Как это произошло? В общем, он просто сымитировал приступ. Нет, очень натурально сымитировал. Охрана вызвала скорую, врач хотел сделать укол противосудорожного. Но пришлось расстегнуть руки, ну и... Чья это кровь? Он ранен? Он нет. Он ударом шприца убил врача, выхватил автомат и расстрелял конвойных. Выбилов поступил анонимный звонок на горячую линию. Видели, где он бросил скорую. Едем. Скорая. А вы были за рулем? По пути где-нибудь останавливались? Он звонил куда-нибудь? Ну подождите, видите, человек не в состоянии. Я все понимаю. Вы его должны ответить. Да нет. Мы по району поплутали. Везде милиция. Потом дворами выехали на набережную. Он вам говорил, куда ехать? Москвич, значит, местный. Запомни, куда он ушел. Я только дверь открыл, и меня сразу по голове ударил. Спасибо. Нашли что-нибудь? Нет, ищем. Кто звонил, установили? Анонимный звонок. Устанавливают. Не такой уж ты и умный шахматист, раз так легко клюнул. Лёх, ты что задумал-то? Может, не надо? Может, не надо под руку говорить? Я сказал, я сделаю. Я же сам сказал, он чекист. Хуже будет? Хуже уже не будет. Я никому ничего не прощаю, Круглый. Номер записывай. 3719 АВ. 197 регион. Пошли отсюда. Да, это я не вам. Хорошо, продолжайте докладывать. Поиск результатов не дает. Двое свидетелей видели его недалеко от того места, где он бросил скорую. Шел пешком. И еще камера банкомата засекла его. Где? Там же, чуть подальше. А вот потом исчез, испарился. Но я все равно съезжу, осмотрю это место. Правильно. Работай. Вы поспали? Уже 3 часа. Я пока буду координировать работу оперов.
Да, дорогая. Ты почему не спишь? Ты так уехал? Я волновалась, так и не ложилась. Все в порядке, Юлечка, не волнуйся, я уже еду домой, спи. Ты скоро будешь? Я тебя дождусь. Да минут 20, Москва пустая. Я тебя жду. Целую. Покажешь мне ваше гнездышко. Что ж ты ревешь-то? Надо хитрее быть. А не открывать каждому, кто сказал, что она твоего мужа. А я думала, это правда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Он что, в натуре шахматист? Хороший? Сюда иди. Какой-то. Он в соревнованиях участвует иногда. Ну вот оно что. Я тоже раньше в шахматы играл. Даже разряд был. Но я больше карты люблю. Риск, знаешь ли. Ага. Диктуй адрес. Я еду. На трубке и кнопках отпечатков нет вообще никаких. Такое ощущение, что все тщательно вытерли. Или просто был в зимних перчатках. Юльчик. Юля. Не спишь? Она не уснула. Она же обещала тебя дождаться. Юля! Юль! Ну что ты растерялся? Букетик-то положи. Пальто сними. Пистолет достань. Не быстро. Обойму на пол, передерни затвор. А теперь покажи, как ты хорошо его умеешь разбирать. Я так понял, что ты шахматы любишь. Ну что, сыграем? Перестань. Зачем тебе все это? Чего тебе от нас? Тихо, стой! От вас мне ничего не надо. А тебя я убью. Я же тебе обещал, помнишь? Я же слово дал. За стол. Быстро. Быстро. Тихо! Сядь! Я поиграть люблю. Говорят, ты мастер? А так нечестно.
Юля! Юля, не волнуйся, все в порядке. Ну что, Белов Павел Дмитриевич, ты белыми? А я все больше черными люблю. Проиграешь, убью обоих. Выиграешь, сдохнешь один. Это я тебе обещаю. Я тебе слово даю. Твой ход. Жителям местных домов походили, никого не припомнят. К этим оранжевым зашли. Вот, Наргиз, видел кого-то в примерное время звонка. Я русский плохо. Регистрация есть. Мне не нужна твоя регистрация. Вот здесь. Ты кого-то видел? Я к Лилищу. Лиля, там это, мыт отнести порошок. Это очень хорошо. Дальше что? Два. Мужчина. Простой и... Толстый? Да, да. Звонили. Внимательно смотри. Внимательно смотри. Этот? Да. Он и с ним толстый. Ну на кой черт они это сделали? Не знаю. Если они следили за этим местом. Мы подъехали почти сразу. И что? Что они видели, если следили? Лицо? Если они следили за этим местом. Мы подъехали почти сразу. Кто звонил, установили? Анонимный звонок. Устанавливают. Номер. Белов на своей машине подъехал. А если есть доступ к базе, то можно и адрес пробить. Можно?
ранены? Поднимай всех. Уже сделал, все едут. Не просто я первый подъехал. Куда он побежал? На нем мой маяк. Помоги ему!